Друзья, всем привет, меня зовут Влад. Это новое видео. Приятного просмотра. Всем еще раз привет. Меня зовут Влад, для тех, кто забыл. А сейчас я чуть попозже расскажу, когда я уже проснусь, что это за видео. Но сейчас у меня обычный стандартный мой завтрак. Овсяная каша со сливами или с какими-либо другими фруктами. В общем, сейчас уже 6:30, и буквально через уже 15 минут нужно выдвигаться в школу. И я не сказал, что сегодня пятница. Пятница. Последний день. Муки. Ладно. Бон аппетит. Ох, друзья, вот и наступили холода, аж пар идет изо рта на самом деле. На видосе это не видно. Как я уже сказал, сейчас пятница. Мне даже не впадло достать телефон, посмотреть число. 27 сентября. На самом деле, для меня пятница самый сложный день, потому что на данный момент сегодняшняя пятница самая сложная из тех недель, которые было до этого. Ну, во-первых, я сейчас иду в школу, и в школе у меня вообще очень лютое расписание, потому что я практически не учусь. Я сейчас вот взял вот эту здоровую камеру специально для того, чтобы заснять как раз видео, влог. Кстати, очень хочу сказать, что видео, которое я выкладывал у себя в сторис, вот это... Это будет... пушка. Как вы могли понять, это не это видео. Ну, потому что там музыка другая и так далее. Это видео, которое в сторис, выйдет уже после вот этого видео. И это видео я сделал специально для того, чтобы сказать, типа, что я живой. Потому что это очень важно. В общем, расписание на сегодняшний день. Это сходить в школу, отснять, опять же, кучу дофигища материала, который я чуть попозже расскажу, для чего это все. Какое солнце! Сходить в одно место... Господи, надо что-то с этим делать. Сходить в одно место, кое-куда очень классно. В общем, я все о всех своих действиях расскажу чуть-чуть попозже. В этом же видео, друзья, потерпите. Сейчас мне надо дойти до школы, черт, блин. Так, ребята, я до сих пор в школе. Ну, точнее, я должен быть в школе по этому времени. Но я все еще снимаю видео для моей любимой школы. У меня наступило новое занятие, теперь мне вместо двух видео нужно будет смонтировать три. Два на выпускной и одно какое-то на конкурс. Я даже сам не знаю, что там, как. Сейчас будем, в общем, записывать звук, озвучку этого видео. И, в общем, все сделано таким образом, что я в исходном итоге не знаю, какое видео получится. Допустим, сейчас снимаю влог, я знаю, каким он должен по факту получиться. А то, что мы снимем на конкурс, я не знаю, что из этого получится и понравится ли всем, потому что у всех вкусы разные. Класс. Очень интересный момент, что мне никто не говорил, что нужно и как снять. Это такой очень такой минус, удар сердца. Мне просто говорили, бери, снимай. Но я брал и снимал. В исходном итоге получается, что это видео на конкурс, и оно должно быть крутым. И Влад, пожалуйста, смонтируй его. Конечно. Ради своей любимой школы я смонтирую. На самом деле мне не впадло просто, ну... У меня сейчас очень сильная загруженность, и поэтому... Когда я буду монтировать это видео? Ладно. Все будет хорошо. Итак, это включение из кабинета завучей. Я сейчас сижу, жду, когда перекинется весь
материал мне на флешку, чтобы я пришел домой и монтировать начал. Так скажем, то, что все, что я отснял, не все понравилось, вот. Хотя не знаю почему. Они выбрали, и вот все сейчас, все, что выбрано, перекидывается на флешку у меня. Из этого я буду делать какую-то конфетку. А про еще одну новость, которую я говорил, у меня ровно в час массаж. Я записался на массаж, такое спортивное, как бы, по спине. В последнее время у меня после тренировок и перед тренировками очень сильно жестко отказывает спина. Вот. Ну, для профилактики это никогда лишним не бывает. Это снова я, и это снова моя комната. Всем здрасте, я вернулся домой. Закончилось, а вернее, только начинается эта безумная неделя. Как я уже говорил, на меня накинули большую ответственную работу, которую я должен выполнить к понедельнику, а это смонтировать фактический полноценный фильм. Я назову это действительно фильмом, потому что то, какую работу просто там нужно сделать, смонтировать это, во-первых, делов нет, нарезать, вставить и так далее, наложение голоса, эффекты, motion design, плюс сама маленькая анжировка, это вообще все мне буквально нужно сделать за 2.5 дня. Я сейчас честно не шучу, но порой мне просто печально осознавать, что я действительно вот в этой сфере, монтаж, видео, вообще существую. Потому что то, какие действительно проекты сейчас мне задают делать, а это 3 проекта мне нужно сделать буквально за 6 уже дней, 2 за 6 и 1, очень-очень важный, за 2 дня. И окей, если бы это все я должен был сделать одному человеку, да, в школе, но я 2 ролика... обещал сделать одному человеку, хорошо, а один, который якобы очень важный, он, кстати, пойдет на какой-то конкурс, мое видео пойдет на конкурс какой-то, я это должен, можно сказать, одному человеку, то есть 2 одному и 1 одному, но, есть одно но. Важность этих проектов абсолютно разная. То есть 2 ролика, которые я должен одному человеку, этот человек занимается в школе процессом подготовки к празднику, ко дню учителя. То есть я должен сделать 2 видео ко дню учителя. Там учителя отвечают на вопросы, я что-то подобие делал. И 2 видео под 1 трек я должен сделать буквально-таки клип, и на этом клипе будет играть музыка. Короче, там очень все сложно, я даже сам не до конца понимаю действительно, как это все будет реализовано. Но фактически, одно видео, которое идет на конкурс, как я повторился, это видео я должен не человеку, а школе. Но школа попросила меня сделать это видео очень-очень поздно. Рамки и конечный итог, когда я должен принести уже проект, 30 сентября. Ребята, 30 сентября, сейчас 27. За 3 дня мне нужно это сделать. Плюс за 6 дней я должен сделать 2 ролика. То есть, если я буду делать 1 ролик 3 дня, то есть я буквально на грани успеваю сделать все 3 ролика, но спешка и какая-то торопизна, все мы знаем, к чему это приводит, некачественности, и всегда это заканчивается плачевным. И вот я не знаю сейчас, какое мне принять решение. Я не хочу подводить саму школу, это буквально фактически директор, там, заучи, и того человека, который меня попросил раньше, сказал то, что Влад, мол, вот, попробуй. Сделай и поможешь. Я сказал, да, конечно, помогу. Но сама фишка заключается в том, почему школа Я не знаю, почему школа попросила меня поздно об этом сделать. Но я снимал им видео для как раз этого проекта. И я не знал, что я буду монтировать. Я снял видео, думал, человек будет какой-то другой монтировать и разберется с моим материалом. Но в итоге я снял им в ультравысоком качестве материал. Очень крутой. И по факту мне сказали, типа, чувак, сделай нам за 3 дня этот видос. И вот сегодня мы с одним учителем
озвучивали это видео, хотя делается совершенно наоборот, озвучивается, когда уже есть само видео, озвучивается материал, чтобы было понятно, как, куда, что ставить. Мы делали по-колхозски. Я, в общем, просто надеюсь, что все будет хорошо. В следующем видео вы узнаете, какой вердикт я выставил или мне выставили, перешел я в другую школу или нет. Но факт остается фактом, что из-за этого как раз и не выходят видео. Это видео я в упрек всем сделал, то, что у меня есть свой проект, мой канал. И именно в этот день я буду заниматься именно им. Сниму влог для вас отлично. И с тренировки, друзья, сейчас будет скоро тренировка. Но не сейчас, скоро. Единственное, что радует, это картошечка с рыбкой. Просто божественная штучка. Сейчас мы покушаем, немножечко отдохнем от всей смотухи и поедем на тренировку, друзья, на тренировку. Вы, наверное, соскучились по тренировкам. Вот, и тоже соскучились по тренировкам. Кстати, с тренировками есть одна фишка. Очень, не очень приятная. Но, в общем, об этом немножечко попозже. Наконец-то я это записал. В общем, с Ваней пришли на тренировку. Вот. В общем, тренера уехали на слет других тренеров. Короче, на мини-крутую командировку на целую неделю. Она не сидится дома, и мы приходим за денежки плавать в бассейн. Вот такие вот пироги. На, Вань, сними, я сделал изотоник. Купил себе изотоник. Вот. Сейчас мне нужно вот эту штучку. Я еще не знаю, как меня не остановили менты, если бы они нашли это. Так, я водичку купил, без газов, если что. Вот, и сейчас мы проведем магические действия по насыпанию всего этого сюда. Я, честно, волнуюсь безумно. У меня это впервой. Я разбил свой шейкер. Не спрашивайте, даже так? По каким причинам. Я его разбил. Очень честно боюсь это делать. Вдвойне я боюсь, что у Вани моя камера. Да не переживай, она крепко держит. Ну смотри, что-то получается. Угу. Оля! Все готово. Со вкусом персика должно получиться. Ну и все, мы с Ваней пошли тренироваться, а вы, короче, дайте лайк этому видео. Че сел-то? Как приятно осознавать, что вот весь этот бассейн — это наш бассейн с Ванечкой. Вот так должен проходить вечер в пятницу. Сейчас мы будем выбирать задания для тренировки. У нас здесь целая тетрадочка с тренировками всякими, которые я записывал ровно год назад. Сегодня мы выберем одну и поплаваем. Как было вчера, но я вчера не снимал, мне было впадло. Давай, я даю тебе возможность выбрать сегодняшний день, что мы будем сегодня плыть. Скажи стоп, когда. Давай, стоп. 2 мая. Не, 2 мая. Ну ты удачно что-то выбрал. Давай, стоп. Ёпта. 22. Это две трени. Можно вот это? Вот это? 1000 ласт и 50 батом опять. Мы вчера замучились плавать батом. Почти 3 километра проплыли батом. Но это нормально. Это было очень жестко. 4400 километраж. Режима вообще нет. 8-50 только. Километр. Вот нормально сойдет. Километры ласты, 50 на ногах. 50 координации бат. 500 на спине. Километр. Может, что-то посложнее? Ну или давай, окей. Да, проплывем это. Нормально. Можно еще прикидку прикольную. Все, короче, у нас начинается тренировка. Погнали. Итак, у нас первое задание — это километр. Километр в ластах. Чем?
50 на ногах батом, 50 координации. Вот такие пироги. Погнали, что встал? Ну все, я погнал. Круто, когда никого не в бассейне, просто мы вдвоем с Ваней. Тупо вдвоем. Я пошел смотреть следующее задание. Следующее задание 800 по спине, Вань. 50 упражнений, 50 координаций. Ну это изи вообще. Один режим только, 8 по 50. Ну хорошо. Мы вчера проплыли два режима. Вот мы с тобой халтурщики. Еще следующее задание 800 на спине. 50 упражнений, 50 координаций. Ох. Давай, прыгай. Давай, опа. Ну и я пошел. Ненавижу спину. Должан. Как ты плаваешь? Я вообще не знаю, какие упражнения для спины есть. О, господи. За что? Высота спина пройдена. Тебе понравилось, Вань? Классно было. Скажи, это было классно. Угу. Мы те еще спинисты. Крутые спинисты. Километр ласты. 50 в раз. 50 в бат. Очень жестко на километраж сегодня. Ванин брас — это что-то с чем-то. Мне кажется, если бы мы плыли километр брасом, я бы его на метр 800 обогнал. Только на 800. Красава! Еще 25, Вань! Постарайся! Я полетел. Наконец-то. Реально задание всем режимам. Красава, Вань. Респект. 50 откупаться надо. 50 откупаться. 50 откупаться. Вот только за Ваню можно поставить лайк. Вот. Дальше чем на два корпуса. Ну, на 4. Ты раз не отставал? Не отставал вообще. Ведь казалось. Красава. Дальше у нас с тобой, Вань, 1200 кроль, труба, лопатки. Мы должны с тобой успеть. 1200 кроль, труба, лопатки. Хорошо. Тысяча двести кром, трубору фотки, координация. Как надо.
1200 кроль, это было слишком легко. Осталось, Вань, коварное задание. Пранер. 8 по 50. Я думаю, может, нахрен пранер. Ну, можно, допустим, 8 по 25 со старта. Кстати, допустим, основным. А друг роль, а друг основной. Ну, давай. А как мы старт будем давать? У меня есть идея. Так. Можно записать на телефоне на старт. Оп! Типа поставить, и мы услышим на старт оп и прыгнем. Mm. И каждый раз включать заново? Да. Ну, просто. Эксперименты. Надо записать несколько пауз, чтобы мы не предугадывали. На старт! Оп! В очереди так говорить. Оп! Да. Короче, телефон — плохая тема. Будем говорить команду на старт по очереди. Так будет честно. На старт. Оп! Одна есть. Оп. Оп. На сегодня мы закончили. Давай еще откупаться. Давай, пять. Мощно. Классно проверил. В общем, мы сегодня с Ваней отрабанили по-жесткому. Вдвоем проплыли 4400. Да, Вань? Отработал как надо. Вообще... Очень жестко, очень классно. Попозже встретимся с вами, короче. В общем, мы задержались на целых 10 минут после того момента, как нам надо уйти, ради того, чтобы сделать фоточки. Ради фоточек, понимаете? Переходим ко мне в Инстаграм, подписываемся, лайкаем Ванину фоточку. Ваня ее сделал сам. Под моим четким руководством, конечно. Мы, блин, короче, пошли одеваться. Сегодня план выполнен. Мы с Ваней красавцы, да, Вань? У Вани маршрутка через 10 минут. Он стоит в трусах возле бассейна. Как вы думаете, успеет он? Я наконец-то дома. О! Я наконец-таки дома, только посмотрите на мой классный причесон. Это все из-за шапки. В общем, ребята, я сейчас очень сильно устал после тренировки. Шел пешком, блин, хрен знает сколько, тысяч лет. Я сейчас покушаю, переоденусь. Вот. И вернусь с вами, поговорю и закончу это видео наконец. Скоро вернусь. Мама, ты что делаешь? Вот теперь все, я свободен. Покушал, мамочка меня накормила, переоделся. Впрочем, ничего не изменилось, но там-то немножко изменилось.
В завершение этого влога хочу сказать, конечно же, спасибо за просмотр, но еще просмотр не закончился, вы продолжите его смотреть, если вам интересно. Самое большое хочу вам сказать спасибо вот за это. Друзья, на моем канале стукнула цифра в 250 подписчиков. Я вам очень сильно благодарен. Я не стесняюсь ни этой цифры, то есть многие спрашивают у меня: «Воу, лол, ты снимаешь видео на YouTube?» Я такой, ну типа, да. Сколько у тебя подписчиков? Я им говорю, то что, ну вот там 250 скоро будет, уже стукнуло, спасибо вам. Они сразу начинают смеяться. Я не понимаю, в чем тут такого смеяться. Как бы у этого человека даже нету канала, он даже не пробовал его как-то развивать и доносить там до зрителя что-то свое, а я это пытаюсь сделать. YouTube — это такая площадка на данный момент, на которой просто сложно, просто невозможно нормально развиться, потому что приходят всякие крутые большие дяди с продакшеном, с камерами там Red за по 4 миллиона рублей, там всякие телеканалы урганские, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И все как-то маленьких блогеров, таких как я не считаю себя блогером, я видеомейкер, просто вытесняют из Ютуба, и им как бы просто тяжело нормально развиться и найти достойную аудиторию, которая понимает, что как бы этот человек хочет до них донести. В заключение скажу спасибо за просмотр. Спасибо за твой прекрасный лайк и твой прекрасный комментарий. Я сейчас пойду это монтировать и попытаюсь прямо сегодня это выложить, если у меня получится. Если не получится, то ночью видео точно появится. Всем спасибо за просмотр, с вами был Влад. Пока. Новое видео скоро. О, да. Наконец-то дождался. No way. Видос.